Сама конвенция готовилась в очень сложных условиях. Наша делегация, вообще делегация Советского Союза, принимала активное участие в подготовке этой конвенции. Проблема кислотных дождей у нас играла очень важную роль, потому что в конце концов решились на создание этой конвенции по трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния. И тогда по предложению, значит, делегации Швейцарии я был избран первым председателем исполнительного органа конвенции. Это первое заседание. Это сидит Сальгрен, секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. А это я как председатель открывал и вел, значит, сессию, первую сессию исполнительного органа конвенции. Вот прошло 40 лет, а конвенция функционирует и функционирует, надо сказать, успешно. И я надеюсь, что в конце концов те усилия, которые предпринимаются по сокращению вредных выбросов, опираясь на обязательства по этой конвенции, рекомендации различные, которые принимаются по механизмам реализации конвенции, они и далее будут успешно развиваться. Ну, все, что я хотел сказать.